один мой друг старинный, закадычный, как-то спросил меня, как мы живем. Как я могу сказать односложно, как мы живем? Хорошо или плохо, это не мне судить. Ну, живем, работаем. Проще показать, чем рассказать. Дело в том, что я поставляю свою продукцию в магазин шаговой доступности. Значит, а это влечет определенные обязанности. Я должен ее поставлять стабильно. То есть, значит, получается, что не меньше 3 раз в неделю. Ну, здесь это уже много лет. У нас все отлажено. Получаю стабильный доход. Какой он, большой или маленький? Ну, для всех он по-разному. Сейчас, может, другие какие-то зрители будут высчитывать положительное сальдо, сводить дебет с кредитом, спрашивать цены. Ну, это потом, если надо, в личку, кому надо, тот спросит. Но смысл такой, что нужно, жена связывает, значит, с магазинами, или те звонят, закончилось молоко или нет, и, значит, нам звонят, и мы привозим. Но чтобы отвезти молоко, выставить его на прилавок, нужно соблюсти правила Российской Федерации, то есть молочный регламент. Для того, чтобы везти молоко в машине, нужно иметь санитарный паспорт. Вот такой паспорт на машину. Это студенты сейчас, они отвезут на этой машине. И, значит, мне, если я занимаюсь молочной продукцией, нужно иметь санитарную книжку. Вот санитарная книжка. Она не должна быть просрочена, в 2008 году выдана. В общем, каждые полгода приходится, значит, ее продлять. Ну, это несложно. Значит, я потом в конце покажу, как это все делается, разливается. Ну, короче, больших доходов нет, но он стабильный. Мы с женой на работу не ходим, занимаемся только, значит, личным подсобным хозяйством. Ну, а потом вкратце я все покажу, увижу, может, там напишу дополнительно. Все достаточно.